шумно скроллить и записывать. Ну, при самом ленивом как бы подходе, да, в среднем в месяц получается где-то в месяц порядка 110 тысяч. Yes! That's awesome! Здесь я сделал буквально там пару действий и заработал больше $1000. $1026. Oh my God. Ребята, привет! Прошлое видео вызвало очень, можно сказать, бурю эмоций. Очень много мне людей написало, особенно новичков. И давайте сегодня будем отвечать, во-первых, на вопросы тех ребят, которые, естественно, их, наверное, замотивировало данное видео, но они считают, что они какие-то не такие, у них чего-то не получится, им чего-то не хватает. То есть был открытый перелом мозга, да? И у них не получится. Давайте сразу, те, кто меня не знает, кто первый раз на моем видео, меня зовут Олег, я больше 10 лет зарабатываю именно в интернете и делюсь этим опытом, именно своим опытом. Мой YouTube-канал и Telegram-канал – это не про какие-то проекты, это про те инструменты и про то, наверное, такое денежное мышление или какие-то правила, которые нужно выполнять для того, чтобы зарабатывать деньги. Большинство людей почему-то там, ну, процентов 90 не зарабатывают в интернете. Ответ очень простой. Если вы, например, покупаете себе даже самую крутую машину, даже вы купили себе там права, но ездите и не соблюдаете правила дорожного движения, вы попадаете куда? В аварию, да? Вам это не приносит удовольствия. Вот это поворот! Здесь то же самое. Большинство людей почему-то не хотят соблюдать никакие правила, хотят залететь, не хотят ничего не думать, ничего не делать и зарабатывать деньги. Сегодня буду рассказывать, как зарабатывать деньги, а почему вы никогда не заработаете своих денег, тех, которые вы могли бы заработать, и те, которые буквально лежат у вас под ногами. Но вы каждый день мимо них проходите и не зарабатываете. Есть определенные правила, которые я расскажу в течение этого видео, и если вы досмотрите и начнете их применять, даже, наверное, не применять, а просто у вас в голове это уложится и станет на свое место, так сказать, сложится пазл, все у вас будет просто и легко в плане заработка в интернете. Давайте для начала, опять же, чтобы вас замотивировать, давайте откроем, опять же, один из сервисов, потому что все люди любят кейсы. Вот, например, кейс такой. Я особо ничего не делал. Есть такой проект, о нем я буду тоже рассказывать отдельно для тех ребят, которых это заинтересует. Здесь я сделал буквально там пару действий и заработал больше $1000. $1026. Oh my God! Которые, ну, в криптовалюте, естественно, которые я вывел, вот, выводы вы можете посмотреть, все их, опять же, на блокчейне можно посмотреть, то есть $1000 я просто добавил в свой канал YouTube, сюда принимает, кстати, YouTube-канал от 50 подписчиков, и 50 подписчиков, я думаю, набрать сможет любой человек из вас. Yes! That's awesome! Мы разговариваем о том, чтобы строить денежные привычки, создавать, так сказать, денежный характер, которые привычки эти должны приносить вам деньги. Есть привычки, которые вы, например, каждый день там разрушаете себе здоровье, или по пятницам разрушаете себе здоровье, поднимаете настроение. Ну, они тоже для чего-то нужны. Yeah, baby. Я мой канал о том, рассказывает, что, как делать для того, чтобы у вас появлялись денежные привычки и приятные такие бонусы прилетали вам там раз в месяц, раз в неделю, хотя бы $1000 вы получали просто из-за того, что у вас есть правильная привычка. Итак, поехали, ребята. Смотрите, самый основной вопрос был под прошлым видео. Люди сказали, что ну да, это тебе повезло, ты один такой, ты там, может, у тебя такой какой-то дар богов. И у тебя получилось все. Но на самом деле, давайте я специально... У меня есть на канале такой плейлист, которым я собрал именно видео, отзывы реальных людей, которые проходили обучение у меня. И смотрите, какие у них результаты. Давайте определимся, смотрите. Вот 110 тысяч рублей вышел человек, который, по сути, уже на пенсии, который новичок абсолютно в... Ну, на Ютубе был, вообще в интернете, можно сказать. Мы с ним проходили обучение, он у меня проходил обучение, просто с Азов он заработал, вышел на 110 тысяч рублей.
Человек, который вначале очень даже слабо понимал, как там нажимать на какие-то кнопки и не то, что там выкладывать видео. Он просто иногда не понимал даже, как любой новичок, опять же, как нажимать на какие-то кнопки для того, чтобы там в браузере что-то открылось или еще что-то такое. Дальше смотрите. Следующее видео. Там час-два. Вот. Это даже очень интересно, наверное, больше будет женской части населения нашего, подписчиков и подписчиц. Девушка, которая вышла на 350 тысяч рублей, это мамочка в декрете, у которой там, по-моему, трое детей. Она тоже вначале с нуля заходила в интернет, ничего не понимала, вышла на такой заработок. Вот реальные заработки. Это отзыв после моего обучения. Nice. Теперь смотрите, следующее. Вот, смотрите, Михаил, у него была вообще интересная история, у него был долг 1,5 миллиона, и он вышел, он, во-первых, расплатился с этим долгом и вышел на заработок до 200 тысяч рублей в месяц. Дальше тоже не менее интересная история. Пусть, как бы, да, 45 тысяч рублей в месяц, но человек, который у него инвалидность по зрению, насколько я помню, он просто, у него была единственный был путь, он просто на биржу труда уже становился как инвалид, ему как бы предлагали уже определенные виды заработка, вы сами понимаете, где, ну, не такой уж большой доход. И все эти люди, то есть это не студенты, которые там обучаются, которые, или там молодежь, которая родилась уже, можно сказать, с каким-нибудь ноутбуком или телефоном или планшетом. Это все реальные люди, которые абсолютно с нуля начали зарабатывать. То есть, если у тебя, дружище, какие-то страхи, что именно у тебя не получится, что ты именно какой-то не такой, то, я думаю, это тебе закроет, это создаст тебе мотивацию. По проектам, опять же, почему я постоянно топлю и рассказываю, что вам нужно собираться именно не создать у себя зависимость, как мы в прошлом видео обсуждали, зависимость по созданию именно видеоконтента, не по потреблению, как многие сидят бездумно там, например, скроллят, вот как сейчас я делаю это, скроллят. Ну, я не совсем бездумно, я записываю видео. Смотрите, можно бездумно скроллить и записывать. Ставь лайк, если тебе понравилось слово записывать. Ну, можешь в комментариях тоже написать. Yeah! Если, смотри, можно просто скроллить и записывать видео и, по сути, увеличивать свой доход. Потому что любые, опять же, соцсети, смотрите, они монетизируются, чтобы вы понимали. Вы те же самые 5-10 минут, которые вы потратили на то, чтобы скроллить данное видео, вы можете просто сесть так и записать. Опять же, я буду рассказывать, у меня есть видео, я показывал в прошлом своем видео. Здесь видео, которое набрало 2,7, по-моему, или 2,4 миллиона просмотров, 6 тысяч человек подписалось, я его сделал буквально за 5-10 минут. Это все равно, что вот каждый из вас сейчас сидит там с чашечкой кофе или там, я не знаю, чай пьет с печеньками, и за это время он может создать видео, у него подпишется 6 тысяч человек, он заработает на этом, ну, я думаю, не одну там тысячу долларов я на этом заработал. Поэтому решать вам, смотреть именно как вы используете данное свое время, решать только вам. И будете ли вы зарабатывать, сидя именно за гаджетами своими, за там, компьютером, за телефоном, скролля какие-то там тиктоки, короткие видео. Или вы будете заходить, опять же, создавать то же самое, нажимая 2-3 кнопки и зарабатывая определенные деньги за это. Вы будете знать, что сейчас я посидел там 10 минут, там, там загрузил видео в YouTube, скачал его где-то там, обработал, сделал там определенные действия, которые на самом деле очень простые. Я как бы для меня, ну, как бы шок, потому что я очень много, естественно, у меня и насмотренности, и опыта. Я как бы, у меня уже, наверное, это пятый канал только на YouTube, который, у меня там и банили каналы, и я проходил через разные там, ну, много всяких было ситуаций. Комментаторы, расскажу, это отдельная тема, комментаторы-хейтеры, которые там пытались и жаловались на мой канал, там некоторые каналы даже блокировали, потом их разблокировали.
чем я сейчас? Что вы можете, вы должны понять просто, что то время, которое вы сидите, можно не просто просрать, а можно инвестировать его и создать себе доход. И пассивный доход, и активный доход, и настоящий пассивный доход, это который не предполагает какие-то риски, не предполагает какие-то там, я не знаю, потери денег, когда вы инвестируете кучу денег и вы их теряете. Можно создавать свой YouTube канал, можно создавать свой TikTok канал, там Дзен, Яндекс.Дзен, ВК, ТикТоки, какие-то там в Одноклассниках, может кто-то там будет тоже развиваться. Поэтому ваше время, которое вы сейчас просто инвестируете в чьи-то видео, вы можете инвестировать свои и получать, например, там вот такие вот выплаты. Или там, как в прошлом видео я показывал, можно заработать за определенное время вот такие там суммы, да, на кошелек получить в криптовалюте и обменять это все, вывести. Смотрите, друзья, что я хотел донести до вас. У вас все получится. Вам желаю прийти к этому намерению, поверить в себя и начать просто изучать данную тему, начать создавать свои там каналы, любые каналы с видеоконтентом, изучать эту тему. Я там уже, я надеюсь, в ближайшие там несколько дней все-таки запущу свой курс. Кому интересно будет, я там все разжевал, будет все по именно так, как вы любите и как я люблю, именно на моих кейсах. То, что у меня сработало, я буду об этом рассказывать. Что у меня не сработало, я об этом не рассказываю. Это суть моих видео вообще и моего контента. Поэтому, друзья, опять же, кому интересно, ставьте лайки. Опять же, конкурс среди комментаторов. Кто поставит лайк, будет подписан на мой YouTube-канал, на мой Telegram-канал и напишет комментарий, живой человеческий там вопрос или ответит кому-то на вопрос. Разыграю доступ к моему, абсолютно бесплатный доступ к моему курсу, и будут еще разные плюшки. Все, как мы любим. На этом все, друзья. До новых встреч.